Что? Оляш. Оляш. Сейчас наша задача будет доплыть вон до тех буйков. Вперед. Ух. Поначалу холодная, а потом вроде ничего. Вон там ладья, это самое жилое здание и, конечно, сам памятник. О, вода не буду утверждать, что шибко теплая. Наоборот, но меня не остановило. Я так понимаю, эти буйки нужны, чтобы показать тем, кто плохо умеет плавать. Я не в их числе, что дальше не заплывать не надо. Ну, в принципе, конечно, можно заплыть до вон того буйка. Но я, наверное, не буду сегодня это делать. Потому что как-то холодно. А вот палево, вон Гим стоит. А вот теплоход он. Теплоход. Металлург. Ну что сказать, надо вот привыкнуть к воде. А потом уж нырять. Первый раз, кстати говоря, купаюсь у ладьи. Обычно я туда дальше, за здание Роснефти бываю. Но сегодня что-то захотелось около ладьи. А вот и буйки. Привинчатые. Ну, в принципе, можно заплыть. Я не знаю. Не знаю, наверное, в другой раз как-нибудь. Пока же поснимаем подводный мир. Ну, нет, тоже передумал, блядь. Да. Вот правильно говорит народ, что надо на Ивана Купала купаться. Хотя народу много, но все они загорать пришли, а не купаться. Ну, хотя одно без другого я не вижу в этом смысл. Ну что, попробуем то, ради чего я пришел здесь. Хотя нет. Блин, еще ветер. Был бы я, ну так сказать, на своем пляже, я бы, наверное, доплыл. Блин, еще погода не очень. Сколько там по времени? Волны. Надо освоиться в воде как следует. Далеко не... Может, думаю, что не надо. Не стоит, наверное, не стоит. Ну, просто поплавать хорошо.
красотища, вон храм. Ну, все-таки доплыву. Добу я и обратно. Да, уже так, да, это самое заградительного, которое обозначает, что вчера нельзя. Уже сил мало. И все-таки до этого, хрен. Должен доплыть. Да. Есть. Есть, я доплыл. Ура. Ура, перемога. Доплыл. А теперь сейчас мы, ну-ка, как там все устроено, но вы может не увидели. А я увидел точно. Ох, хорошо, приятно, что я сделал. Ну все, хватит, отплываю назад. Вот так плыву я. Я плыву всем до зла. А еще далеко до берега. Да, еще нет. Нет дна. Да, спасибо. Вот такой вот интересный материал. Нет, а все-таки я так привык и хватать стало теплее. Давайте покажу, как я выхожу. Оп. Все, она еще теплохая.